Добрый день, всем приветствую вас из парка Легенд, где сегодня между собой играют МХК Спартак и МХК Атлант в рамках очередных двух матчей, пари-матч молодежной хоккейной лиги, команда, которая соседствует в турнирной таблице, 9-е место у Атланта и 8-е Спартака, по 12 очков команд, но у Спартака на 4 матча меньше. Корчагин, Сериков, Двутин сходу, еще один выход в мечте получается у Атланта, на скорости здесь Шушин. И удаление зарабатывает Шушин. Тимченко в зону вошел, отдает на Донцова. Донцов, бросок, и там Ларионов оказался уже на пустой угол, шайба отскакивает, но не позволили ему даже пытаться прокнуть шайбу к чужим воротам. Тимченко, который вот сейчас на льду, 66 номер, здесь пока что опасно. Кстати, Куликов на месте. Второй, Атлант уже уступил 8-3. Слока, да, тоже, опять же, в одной из самых сильных по последним годам команды в париматче МХЛ. В одном матче пободались, 2-3. В другом уступили 2-10. Здесь наброс, и ворот шайба оказывается. Вот то, о чем, собственно, говорил буквально 30 секундами ранее. Когда вот такой наброс идет, вратарю крайне тяжело действовать, потому что не знаешь, чего ждать. И тут должны, на самом деле, в первую очередь, защитники помогать и не позволять этой шайбе до ворот долететь. То есть блокировать, дать синие эти набросы на пятачке. Результат таких командных действий. Донцов, кстати, еще один бросок. Тимченко добивает. Вот еще одна могла дебютная шайба в Спартаке остаться. Парням, кстати, таким как Диль, сейчас, конечно, нужно лучше себя показывать. То, что, возможно, кто-то из них место в составе стабильное потеряет. С приходом Порошиной нужно себя максимально хорошо показать. Ларионов бросал, шайба залетела в ворота, но после свистка уже. Почти 30, на самом деле, на период. Второй пойдет бросок сходу от Коковина. Силантьев ошибается на выходе из своей зоны. И бросок один, другой поворотом Куликова. Здесь еще внимательнее. Ну, здесь нужно Дмитрию спокойно просто шайбу выбросить. 1-0. Первый период, наверное, заканчивается. Спартаковцы ведут, но начнут вторую 20-минутку в меньшинстве. Остается нереализованным в этом матче. Третий уже для команд. В первом периоде спартаковцы были, конечно, гораздо острее. Такое, что можно было ожидать гола. То есть здесь что-то... Здорово, бросок! Где шайба? Шайба отскочила в сторону. А здесь здорово разыграно, бросок! И Ботов сейчас вручает команду четвертого звена, там третьего, да, 13-го, вернее, форварда. Что вот 2 минуты проведенные в штрафном боксе с пониманием, да, с размышлениями о том, что ты сделал, что нужно сейчас реабилитироваться. Достает шайбу Атланту все-таки, Иванов под бросок, и вот он бросок, Каляков, здорово. И на этом заканчивается второй период. 1-0! Шайбу мы во второй 20 минутки не увидели. Спартак начнет третий период в большинстве, а пока перерыв.
окончен. За счетом 2-1 победила команда «Спартак».